Привет, народ! Сири по-мужски здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня я покажу новый глич на копирование в GTA 5 онлайн. Что ж, не буду долго тянуть. Погнали! Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. А по этому промокоду вы получите бонус X2 к вашему заказу на ПК. Итак, для этого глича в первую очередь нам понадобится друг. Следующее, что потребуется, это Арена Вар. Машина, которую вы хотите копировать, и тачка, которую не жалко потерять. Например, бесплатная Легия. Далее ПКП с функцией автохранилища, мотоклуб и один любой мотоцикл. Для вашего же друга понадобится только агентство. Чтобы начать глич, ваш друг заходит в агентство, после чего подходит к администратору и начинает через телефон абсолютно любое занятие. Например, теннис или дартс. Когда же мы уже начали занятие, очень быстро через меню взаимодействия возвращаем машину обратно в хранилище. После чего также очень быстро заказываем любую машину в гараже агентства через нашего администратора. Если вы сделали все верно, то мы оказываемся у черного экрана. Теперь, если вы играете на PlayStation, присоединяемся к Анаваку и принимаем все сообщения. А если же вы играете на Xbox, то вам понадобится третий человек, который зайдет в Титаны одно дело. И когда вы к нему присоединитесь, вам вылезет первое сообщение. Говорим другу, чтобы он вышел из лобби, и принимаем все остальные сообщения. Если вы сделали все правильно, то после загрузки мы должны оказаться в нашем агентстве. Теперь нам необходимо переместиться к арене. Быстрее всего это будет сделать с помощью задания карт Crash 6, ведь оно находится ближе всего к арене. После того, как вы начнете, ваш персонаж станет невидимым. Далее присоединяемся к Анаваку, если вы на PlayStation, или к другу на Титаны одно дело, если вы на Xbox. Принимаем все сообщения, и теперь мы оказались в полном бессмертии. Напоминаю, что это были действия, которые необходимо совершить вашему другу. Теперь переходим к действиям, которые должны совершить вы. Становимся президентом мотоклуба, после чего заказываем абсолютно любой мотоцикл. И когда вам его доставят, на него должен сесть ваш забагованный друг. Как только он это сделал, отходим от него и мотоцикл на небольшое расстояние, и заказываем любой байк. Можно точно тот же, на котором сидит ваш друг. И если вы сделали все верно, то вам не доставят мотоцикл. И на этом моменте заходим в гараж арены, в котором стоит ваша машина для копирования. Оказавшись в гараже, садимся в тачку для копирования и заходим в меню мастерской арены. В ней меняем абсолютно любую деталь у машины и выезжаем из арены, не покидая меню. На улице звоним механику и заказываем машину, которую вам не жалко потерять. После того, как вы ее заказали, ждем примерно 10 секунд и говорим другу, чтобы он слез с мотоцикла. Таким образом, наши номера поменялись, а значит, поздравляю, машина скопирована. Теперь, чтобы сохранить дюб, заезжаем в ПКП. Ну а если вы хотите продолжить копирование, то садимся в нашу копию и выезжаем на улицу. Там ваш друг садится в эту машину, вместо мотоцикла. И с этого момента снова можно продолжать копирование. Ну и конечно же не забывайте про лимиты. Одна машина в час реального времени. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. А если это так, то не забудь поделиться им с друзьями. А также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр. И всем... Пока-пока.